Фити-фити-фу-фу, ребята, ёж на связи. Представляю вам сегодня тайную комнату в автобусной остановке. Тысячу раз уже застраивал эту остановку, и сегодня новый способ спрятать ящик с лутом, ребята. Вот у меня обычная остановочка, я её застроил половина, стены только поставил. И сейчас покажу, где же у меня будет тайная комната. Итак, открываю. Ну, здесь у меня ничего нет, я ничего не ставил. Просто собрал её. И, внимание, теперь смотрите, где у меня прячется ящик. Ничего не замечаете? Ну-кась, давайте покажу вам крышу. Вот она, крыша. И как вы думаете, где ящик? А вот он, смотрите. Надпись «Закрыть дверь». И теперь «Открыть». Бум! Фити-фити-фу-фу, я сюда могу скидывать лут, ребята. И смотрите, тут ничего не видно. Если присмотреться, то там виден ящик большой. И именно там он и стоит. Внимание! Вот так вот, бум, и назад. Классная штука, смотрите, вот он, покажу вам его. Вот он, большой ящик, стоит здесь вот. Закрываем эту дверцу, и все, теперь до ящика уже, ребят, никак не добраться. То есть служит тем, чтобы добраться, можно было вот эту вот щель между дверным проемом и козырьком остановки. Уже никак не пролезть, открываю дверцу. И бадабим бадабум, вуаля, я могу опять сюда тарить все свои нужные вещи. Вот так вот. Ну, естественно, здесь все, конечно, застраивается. Могу легко застроить. И как же это все сделать, ребят? Давайте сейчас вам все по-быстрому покажу. Ну что, погнали. Вот обычная остановка, она не застроенная. Давайте начнем. Основу этой застройки будет у меня составлять три фундамента, ребят, треугольных. Но как их поставить? Давайте я вам покажу. Для начала нам надо поставить обычный фундамент, такой квадратный, смотрите. И сюда ставлю треугольник и треугольник. Дальше ломаю треугольник и квадрат ломаю. Сюда я ставлю квадрат, ребят, смотрите, а вот сюда вот я должен поставить треугольник, смотрите. Раз, два и три. Все идеально застроилось. Вот это будет у нас основа. Вот здесь я ломаю квадрат, он не нужен больше. Вот, мои три треугольника. Классно, да? Дальше, смотрите, я буду застраивать с одной стороны, с другой. И здесь ставлю треугольник высоко. Вот так вот, бум. Видите? Классно. Здесь я уже ставлю настенный каркас. А то есть все, дверной проем, вот он как называется, настенный каркас. И могу сразу уже ставить сюда, смотрите, бум. Вот так вот, и открываем. Классно, все. Ну и что, мы почти все сделали, ребят. Осталось там вообще изи. Здесь вот делаем треугольник. И здесь мы, конечно, ставим такую стенку. Вот. И сюда ставлю треугольник. Чтобы можно было залезть. Вот сюда вот. Бум. И залез я. Все. Так, теперь смотрите. Вот через эту дырочку мы лутали, значит, ящик. Теперь здесь надо все застроить. Застроить тоже легко. Смотрите, сейчас все будет ставиться. Так, сейчас. Давайте вот здесь вот сюда залезу. Свалился. Ха-ха-ха-ха. Обана! 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 Поехали! Так, вот, значит, ставим. Бум. Поехали дальше. Вот сюда вот. Бум. Так, классно. И сам ящик ставится, ребята, вот сюда вот. Вот сюда вот он ставится. Вот он, ящик у меня, смотрите. Ну и здесь, естественно, тоже застроится. Сейчас покажу вам, как ящик поставить. Сначала давайте крышу тоже еще поставим. Так. Так. Вот именно сейчас нужно ставить ящик. Вот сюда вот его. Прям на краешек. Так. Бум. Готово. Ну и что, давайте проверим, получилось или нет. Так вот. Так вот. Смотрите. Бум. Есть у меня доступ к нему. Вот. Вот так вот. Классно, да? Ну а здесь, естественно, можете застроить стенками. Застройку остановки, сами знаете, как 100 раз уже показывал. Там много разных способов. Способ, главное, что вот это все работает. Ну и все. Закрываем здесь все. Классно, да? Так, а что у нас это не ставится? А потому что сюда нужно поставить стенки. Потом закроется. Смотрите. Стенки ставлю. Вот сюда. Да что-то пристало. Раз, два. И теперь могу уже там застроить. Чтобы все было нормально. Хубаны. И теперь вот так, смотрите.
Вуаля, бум. И тут, естественно, тоже закрывается. Все, классно, да? Такой вот, ребят, прикольный способ. Надеюсь, кто-то им воспользуется даже. И все, закрывай дверку. Бадабим, бадабум. И ничегошеньки не видно. Увидимся в следующем видосе. С вами был Мистер Ёж, ребят. Пяу. Пока. Хи-хи.